Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про зомбаков. Продолжаем, и сейчас мы пойдем в домик, в нашу квартирку, и соберем наши патроны. Отлично. И смотри, сколько у нас бинтов много. Собираем все бинты и идем на улицу. Давай я еще, знаешь, что у меня тут есть интересное? Так, кыш. Монеты мои ежедневные заберем. Надо было сегодня зайти, было еще забрать. И колесо счастья мы крутим. Что нам выпадет, интересно? Давай. О, движение. Это хорошо. Все, спасибо. Движение взяли, бензинчик. А у нас, в принципе, все полным-полно. И отправляемся. Какие у нас тут задания? День ракет, поиск зацепок, охота на зомби, новый путь. Ну что ж, давай, поиск зацепок. Поиск зацепок. Войти. Хорошо. Загрузочка идет. Продолжить. Начните знак члена культа. А, найдите знак члена культа. Какого еще культа? Так, тут что, интересного нет ничего? Тут будут зомбаки. Конечно, блин, смотри, как их много. Подождите, алло, у меня вот для вас есть что. Во. Блин, вы подходите слишком быстро, гады. А-а-а. Все, давай, стреляй. А идите нафиг. Я не люблю вот эту, как она называется, вот это место. Тут вообще они сумасшедшие. Единой. Они вообще сумасшедшие здесь. То бишь места мало. Мало конкретно места. Смотри, вообще тупик, а. Все, давай, сейчас я всех расфигачу. У меня патронов. Я не смогу так быстро заряжать. Так, все, убегаем. Убегаем отсюда. Сейчас я все патроны на вас потрачу, гадов. Сколько сейчас у меня патронов? 4 тысячи патронов, нормально. Давай, иди отсюда. Тоже, все, хорошо. Почините мост. Что ж, сейчас починим мостик. И прибегут новые зомби, зомбаки. Найдите знак члена культа. Так, какая-то жижа зеленая идет. Интересно, что будет, если прыгнуть в нее? Ничего хорошего, я знаю. На, иди отдыхай. Надо будет мне повысить стрельбу. О, вот он, смотри, чувак какой-то. Берем. Дальше идем. А зачем нам дальше? Я уже нашел. Я могу домой идти. Ой, ты, да конечно, алло. Иди нафиг. Да вы что, а ты откуда взялся? А вы откуда повыползали? Подождите, ребята. Вы откуда повыползали? Зачем я мост сделал ради вас? Так, этих гадов сейчас я буду с этой штуки стрелять. На тебя, гад. А, фига, ты не умираешь. Так, давайте, ребятушки, сюда подходим. Я вместе с вами подзорвусь. Давайте. Раз, два, три. Есть. Нет, и ничего не будет. А вот вам, гадам. Вам-то, гадам, будет что? Все, идем дальше. Надо подлечиться или нет? 57. Ладно, подождем сейчас немножко. Вот этот туннель я не очень люблю. Вообще, я ненавижу этот туннель. Тут еще поди за... Главарь еще поди здесь будет. Ох ты, ё-моё, подожди. Алло, ты мне прям в лицо. Да иди ты нафиг. Гад. Меняем. А, гад. На тебе в бошню. Бошню. Да как ты в меня стрельнул? Подожди. На. Есть, завалил его? Да, есть, хорошо. Блин. На, получай. Все. Давайте, взорвитесь нафиг. Он гады, а. Есть. Черепушки сейчас поскрываю вам. Есть. Ах ты мимо, гад. Два раза мимо.
Давай, вставляй свои патроны быстрее. На, готово. Почините мост. Ага, что я такой дурак? Мосты вам чинить. Потом зомбаки лезут оттуда. Так, здесь у нас пики. Точеные выползают. Так, все, мост я починил. Пройдите вперед, ага. Да-да-да, конечно. Я же уже нашел там какой-то этот самый культа игрушку. Еще одну. О, все, миссия завершена. Ну, хорошо. В принципе, мне не надо, мне не надо было подлечиваться. Новый путь. Охота на зуме, канализации. Не хочу я туда идти. Еще новый пульт. Новый путь. Новый путь сделаю. Вот еще сделаю еще одну задачу. Выполню миссию. Оу, щет. Надо было вернуться назад. А мне нужно будет выпить водички. Нет, зачем? Я использую бинт. Раз, два. Хватит. Отлично. Все. И тут, конечно же, будут зомбаки. Да, да, да. Есть. Эй, ты гад, иди нафиг. Сейчас надо с этими разобраться, а с полицейскими, в принципе, быстро, быстро разберусь. Нифига, он подлетел, смотри. Бабуля, на, ты что идешь ко мне так близко? Все, что ли? Кончилось? Кончилось место, бегом отсюда, вон нафиг. Есть, гад. Так, сейчас я подожди. Кто там что? Иди нафиг. Все, готово, баба, иди нафиг. Все, сейчас я вас. Черепушку сейчас сниму. Раз, готово. И вот это бабище сейчас еще. Нормально. А, ну смотри. В принципе, все повторяется. Сейчас харькающий выползет. Есть. В принципе, все. Я же сказал, все повторяется. У их двое, блин. Убегай, бегай, беги давай быстрее. В башню. Так. Так, заманали. Ах ты, ё-моё, гад. Давай это, подходите сюда, ребята, я вместе с вами подзорвусь. Ага, сейчас. Получай. А, вы живы остались? Подождите. Секунду. Постреляй в него, да-да-да-да-да-да. Хотя ему пофигу, он не умирает. В башню тебе, в башню. Гад, а? Гаденыш. Да ты че охарькаешься? Харькун, блин. Харькун. Харькун просто. Здесь у меня все... А, здесь у меня два выстрела, видишь? Куда? Сюда теперь? Ага. Здесь немножко поменяли. А, вот какая-то игрушечка, нет? Это нам не надо? Иди сюда, гад. Куда мне идти? Вперед, сюда, да? Ага, понял, вижу. И сейчас тут зомбаков будет куча, смотри. Во! Харькун. Харькун, харькун. Получи. Есть, готов, отлично. Куда, сюда подойти? Проход затоплен. Отсосите воду из цистерны. Найдите другой путь для контрабанды. А это что за палетки стоят здесь? Да, может тут... А, ну нельзя купаться. Смотри, я думал зайти покупаться. Нет, нифига. Ну что ж. Оу-оу-оу. А вы-то откуда, ребята, взялись-то? Есть? А, нет, подожди. В смысле? В смысле я стреляю? Есть. Есть. Они даже не понимают. Что происходит, смотри. Вот этого сейчас. А сзади никого? Никого нет, нормально все, там же вода. А, вот эта хрень не мешает, смотри, вот это вот. Поднимающаяся. Да ты че, алло. Есть. И второго.
Он вообще не понимает ничего. О, нет, все, понял. И начал башкой крутить. Здесь ничего интересного нет. Здесь я был. Идем назад. Меняем оружие. Куда? Налево, направо, направо. А, через вот эти вентили. Они меня постоянно задевают, смотри. Опа, я сказал, ловушка? В смысле, где ловушка была? А, вот это висит ловушка. Да нет. Быстрее, ловушка. Какая ловушка? Давай, зомбак, иди сюда. А, кстати, зомбакам пофигу, они проходят по вот этим вентилям и не умирают. О, я там по ногам вижу, смотри, там зомбаков куча. Ёшки-моташки, знаешь, что сделаем? Мы сейчас туда вперед пробежим. Пробежим вперед. И... вот здесь взрыв пакета, мы их убьем. О, может быть, здесь все сделать? Сразу, быстренько. Почините мост. Хорошо, чиним. Чиним мост. Починили. А, поверните клапан. Где клапан? Вот, поворачиваем. А, иди нафиг. Все, все нормально. Вода уходит, да? Вода уходит. А, подождите, ребята, идите сюда. Я здесь. Блин, они не верят. Все, подходит. Стреляем, все умирают. Отлично, прям хорошо, я так справился. Нормально. Дальше что, куда? В другую сторону бежим. Опять эти... ух ты, нифига меня не задело. Первый раз такое. Ах ты, гадина. Есть, готово. Ах ты, ё-моё. Так, тут проход за... тут прохода нет. Да идите нафиг. Нет, это плохая идея, короче, сюда пойти. Есть. Есть. Нормально. Вижу вас. Есть одна. Так, стреляющий, да, бежит. Харикун нафиг. Блин, я встал там, где эта фигня меня бьет. Сколько там патронов? Три. Раз. А, задело. Раз. Надо в голову стрелять, короче. Раз. Ладно, иди нафиг. Иди нафиг. Давай этот, другое оружие. Я так тебя быстрее убью. О, пошла жара в хату. Есть, готов, отрубился. Теперь этого. Иди нафиг отсюда. Все. Продолжаем. Со снайперки сейчас. Есть. Есть. Все готово. Отлично. Куда идем? Сюда? Нет, в смысле, туда. Здесь, сюда идем. Прямо. Так, тут опять сейчас будет куча зомбаков. Просто куча. И этот харькун. Так, они сейчас подойдут, я их сейчас подзорву. На. Есть. Есть, отлично. Почините мост. Вот еще чувак. Есть, готов. Чиним мост, и сейчас опять зомбаков набежит куча. Мостик практически готов. Поверните клапан. А где там вода? Она отсасывается, я надеюсь? Или что там с ней происходит, с водой-то этой? Ага, еще нужно в одно место сбегать. О, нет. А, гад, мимо. Ага, ой ты, меня попало. Да ё-моё, не хватает у меня патронов все время. Да конечно. В бошку. Есть. Давай другое оружие, медленное.
Ага, конечно. Все, готов, отрубился. Нормально. 70% жизни у меня сейчас, в данный момент. Посмотрим. Ну, у меня сейчас это будет заживать все. У меня прокачано исцеление, так что, в принципе, нормально. Так, теперь в эту сторону бежим. А в этой стороне у нас, ну, в принципе, смотри, воды нету. А ну. Прыгнет в воду, нет? Блин, я боюсь. А, нет, смотри, он по воде ходит. А, нормально все. Он ходит по воде, и ничего с ним не происходит. Вот тут зомбаков сколько, смотри. Открываем и бежим. Пускай они все в воду бегут. Вот они, зомбаки. Ах ты, гады. Вы все-таки пошли вниз. Они так быстро спускаются, что я не успеваю их убить. Вот, сейчас уже легче. Ага. Ух ты, тут путь закрыт. А, тут везде закрыт путь, нормально. А давай я бомбочку брошу. От одной бомбочки меньше стало. Но зато я патроны не буду тратить сильно на вас. Зомби в капюшоне. Почему так много у тебя с энергии? Кто? Чё? А, ты откуда ты взялась? Гадина. Все исчезло. Идем. Найдите другой путь для контрабанды. Хорошо. Почините мост. А зомбаки есть тут? Нет? Нет, зомбаков нет. Хорошо. Но это не говорит о том, что они сейчас выползут. Чиним быстренько мостик. Все, нормально, бежим. Открываем. Ё-моё, идите нафиг. Все, давайте подходим, я сейчас подзорву. Есть. А ты-то, гад, что, живой остался? Иди сюда, иди сюда, иди. Надо в голову стрелять, алло. Давай, со снайперки. Да ты не двигайся, стой нормально, смирно. Смотри, 72 у меня жизни, хпшек. А ну-ка, ребята. Опа, промахнулся, мазила. О, все, лег отдыхать. Все, отдыхает, чувак. Вот здесь путь у нас загорожден. Мы его сейчас будем очищать. Ногой, наверное, да? Коридор под завалом. Найдите новый путь. Все, вернемся домой. Тут ничего интересного нет. Ничего интересного нет. Все, возвращаемся домой. Кыш. Идем. Входим. Продолжить. Куда кому-то... к Эндрю, смотри. Эндрю. Тони. А что за Тони? А, путь. Где нафиг Тони со своим путем? Эндрю, это не врач, слушай, Эндрю. А, да, врач. Здорово. Все я сделал нормально. Нам нужно найти, кто раскладывает кукол. Я знаю парня по имени Джонни. А как ты его лечил? Продолжай. У него была такая штучка. А, ну тогда я не придал этому значения. Поищи его в Истсайде. Штучка. Какая штучка? Садовая трава? Все понятно. Ты, друг, ты что, еще не вылечился? Он ходит к Эндрю каждый день, вот этот чувак. А он ему ничего не говорит. Да, полечи меня, у меня голова болит. У меня ничего нет. У меня есть зеленка, но она тебе не поможет. Ну дай мне что-нибудь, у меня голова болит, каждый день к тебе прихожу. На, зеленку, иди отсюда. Все, чувак взял зеленку и пошел домой. А Руби у нас ничего пока не говорит, хорошо. И мне нужно продать что-нибудь. В рюкзаке у меня должно быть... Ну вот, значит, кусочки вот из железа продаем.
Хорош. Знаешь, что я еще хотел? Я хотел сделать. Может, знаешь что? Нет, ладно. Хотел машину покрасить. Какой-нибудь красивый цвет. Использовать. А в цвет, знаешь, какой? Либо вот такой цвет, либо вот в американский флаг. Я думаю, либо вот такой новогодний. Ну, новогодний, не знаю, как-то. Новый год уже прошел. Давай в американский. Нет, все-таки новогодний. Я хочу посмотреть, как реально будет снежокчик падать. Все, деньги у меня есть. Купить. Все, купили. Денег нет. Нифига. В смысле, они просто огоньки горят? Я думал, там все переливаться будет, как на рекламе. Ну и так хорошо, в принципе. Красивенькая получилась у нас машинка. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.